привет, дорогие друзья, гости канала. Меня зовут Игорин Илья, вы смотрите мой очередной игродень. Давненько я не играл в логические игрушки, поэтому сегодня предлагаю посмотреть один, на мой взгляд, очень интересный проект – Movies. Поехали! Movies – это яркий представитель логических игр, выполненных в минималистическом стиле. Здесь мы будем перемещать цветные квадраты с помощью свайпов. Для прохождения уровня необходимо переместить плитки так, чтобы они совпали по цвету с отведенными местами на игровой площадке. В игре нам доступно аж 1680 уровней, так что играть можно довольно долгое время. На первых этапах игры все довольно интуитивно, пара ходов и победа. Ну а дальше с каждым разом задание будет усложняться как в плане игрового поля, цветов, так и в количестве плиточек. На каждой локации мы как раз таки можем увидеть, сколько будет цветов, какое количество игровых квадратов и размер площадки. Если совсем беда и никак не удается разгадать загадку, то можно воспользоваться подсказками. Однако не стоит забывать, что они ограничены. Если же подсказки кончились, то можно приобрести новые, но уже за реальные деньги. Игрушка мне очень понравилась, здорово помогает убить время и заодно потренировать внимательность и логику. Доступно Movies бесплатно, ссылка будет в описании под этим видео. Ну что ж, а на этом, пожалуй, на сегодня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и пишите комментарии. Также вступайте в сообщество ВКонтакте Toys Android. А для вас работал Горин Илья, и это был мой игродень. До скорой встречи всем. Пока.